Парус уже заметно повернулся. Была северная сторона, а теперь восточная сторона. Перевал уже позади. Солнце садится. Надо поскорее лагерь ставить. Но мы еще не нагулялись, хотим побольше пройти. Вторая ночь. Позади уже перевал. Плато Джакал-Бенкес. Озеро Берджалы. Пройдено 17 километров. Доброе утро третьего дня похода. Перевал Ирикчат остался далеко позади. Нам сегодня спускаться в ущелье Ирик и потом дальше. Очередной перевал. Очень мощно ощущается поход. Первые два дня у нас просто... Ну, через такие горы мы прошли, через такие трещины, ледники, камни. Больше всего времени отнимает в походе это технические сложности. Очень энергозатратный поход. Действительно нужна хорошая физическая подготовка. Поэтому мы приходим, много спим, чуть ли не по 9 часов. Встаем поздно, не так, как хочется, и выдвигаемся поздно. Посмотрим, что из этого выйдет. Того, чтобы сдать тебе, да, получается? Да. А так вообще ее, эту песню, ансамбль где-то, может, исполнять будете, да? Ну, конечно, может быть. Где-нибудь споете ее, да? Ага. Ты там будешь участвовать же.